Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и все, кто хочет быть здоровыми. С вами Ксения Конотоп, Ольга Череватенко и Оксана Доломан. Мы на прогулке, у нас хорошее настроение и у нас очень хорошая новость для вас. Но прежде чем мы поделимся новостью, мы обязательно расскажем, почему эта новость для нас так ценна, важна и актуальна. В своей работе меня часто спрашивают, какие результаты может человек получить, когда он использует продукт сок Санга. И я часто отвечаю, что у каждого есть свой собственный результат, и это универсальный продукт для всей семьи, от новорожденного до многолетнего человека на этой планете. Поэтому мы хотим рассказать наши результаты, чтобы вы знали, например, наш результат и могли понимать, зачем этот продукт может быть пригодится вам. Ну, прежде чем мы начнем результаты рассказывать, дозировки у всех разные, индивидуальные, хотелось бы это отметить, потому что у каждого свой организм и не все готовы воспринимать сразу весь этот продукт. Надо знать, кому какая дозировочка нужна. И в этом, конечно же, я вам помогу подобрать нужную дозировку. Итак, я использую сок Санга. Моя первая история, потом вторая, и Оксана расскажет третью историю. Давайте, да? Первую выпьем. Так выпьем же! За первую историю. А спонсор программы Юрий Конотоп. Привет, Юра, спасибо. Он у нас в семье покупает сок для нашей семьи. Приятный фруктовый. Да. Я люблю с водичкой добавлять, поэтому я могу себе добавить. У меня здесь моя вода, и я добавляю себе бутылочку. Так вот, я пью его уже 9 лет, как быстро время летит, нет, 8, видите, чуть не прибавила, 8 лет, с 2010-го, 9 лет, вау, с 2010-го, с мая года, с Украины, и из них уже 5 лет в Америке. Мой личный результат — это очищение организма. Ну, когда я начала его использовать, во-первых, я была гораздо полнее, и когда я начала его использовать, у меня очень хорошо восстановилась работа кишечника и ЖКТ. Меня это очень порадовало, потому что за первые 3 месяца я тогда 10 килограмм скинула. И меня все спрашивали, может быть, ты заболела? Я говорю, нет, я выздоровела. Перестала есть пиццу, перестала пить пиво, перестала есть всякую вот эту вот копченую штучку, соленые всякие рыбки, всякие сухарики. Просто оно на вкус мне не нравилось. Я начала чувствовать качество всех-всех-всех продуктов. У меня была очень хорошая противогрибковая программа благодаря соку и результат по кандиде, циститу, который 25 лет меня мучал, по бронхитам, по заболеваниям носоглотки, то есть я постоянно ходила с носовыми платками, у меня был насморк хронический всегда, максимум в месяц я была неделю здоровая. Ну, вот такой у меня был иммунитет, да, девочки, такой был у меня иммунитет очень плохой. И все, кто меня знает, привет, кто знает меня, когда я еще кашляла, чихала на всех задних фонах, на всех видео, на всех, только было слышно Ксенин чих, или как Ксения сморкается, всем привет, кто меня еще помнит в том состоянии. А уже вот 9 лет, как я здорова, слава богу, молодею, хорошею, все, держу себя без формы. И помогаю многим людям теперь, работая с клиниками, с центрами, с врачами, со специалистами, как Ольга Череватенко, Оксана Долован, помогаем уже многим людям. И Оксана Долован, она даже дольше, чем я, использовала этот продукт, она расскажет свои истории, свои победы. 2009-го, в десятилетие. Вот. А Оля Череватенко, у нас уже три года. Да. Ольга Череватенко 3 года использует продукт. Она фитнес-тренер, наш ведущий специалист по выращиванию фитнес-тренера в Орегоне. По всему миру. И она куратор проекта «Трансформация» по части физической и по тому, как обучить людей правильно заниматься спортом, фитнесом, полюбить упражнения. Ну и, конечно же, она оказывает помощь и CPR, поддержка тем людям, которым нужны, допустим, лайсенс или образование, сертификация CPR, оказание первой медицинской помощи. Ольга Череватенко ведет такие классы, и благодаря ее классу, кстати, я тоже получила свой сертификат. Теперь я могу реанимировать человека на случай, вдруг, если что-то случится. Окей. Случаи бывают разные. Твоя история, Оля, почему ты заказываешь, вот сейчас акция, 2 ящика заказываешь, 1 в подарок, почему ты заказываешь вообще уже 3 года постоянно продукт, и, конечно же, по акции ты тоже заказываешь. Акция почему? Называется 3 ящика по цене 2. Да, да, купи 2 ящика, 1 бесплатно. Ну, во-первых, я употребляю сок постоянно, и плюс вся моя семья употребляет. 3 года назад я познакомилась с Ксенией случайно по интернету. Мне очень понравилось, как Ксения рассказывает вообще о здоровом образе жизни. Я удивилась, что почему я еще ее не знаю. Мы как раз мы созвонились и познакомились.
начали употреблять сок, это был мой первый год, когда я не употребляла антибиотики. То есть я настолько была тоже низкий иммунитет. И вот это первый год, когда я, наконец-то у меня столько времени не было антибиотиков. То есть и детки у нас болели раньше несколько раз в году, а потом вот в этом году только они один раз из школы пропускали. То есть постоянно на ночь теплая вода с соком, помогали детям вот этот стресс и забота мамы. У них все время говорили, мы хотим, чтобы у нас мамочка обняла и теплым соком гостила. Также очень интересный у нас результат. Мой муж, он решил не пить спиртное, целый год не пил спиртное вообще. То есть максимально обычно российский мужчина, 45 лет, он сказал, говорит, я уже, меня не тянет. То есть это на самом деле, если есть такие семьи, если у кого-то какой-то есть даже это, у кого-то проблема, у кого-то просто привычка. Знаете, что если, может, какой-то последний, как говорится, последний резорт, то попробуйте. И нужно об этом говорить откровенно, да, такое есть. И оно работает. Кстати, очень много ушло людей от зависимости сигареты и алкоголя. Это я просто прокомментирую, это работает. Это Оксана, да. Даламан, автор книги «Мегамозг». И она же wellness-инструктор, коуч. И, конечно же, сейчас она у нас ведущая еще программы «Ментальный фитнес» на радио «Славик Фэмили» 11.30. Теперь вы можете ее слышать там. Да. И победительница выиграла зеленую карту в Америке. Теперь она не только в России, Украина, и также она теперь на зеленой точке. Зеленой картой. Как ты используешь сок? Сидим на зеленой траве. 10 лет назад я с ним познакомилась. Тогда у меня уже был фитнес-клуб, и мы очень хорошо использовали его после тренировок, я рекомендовала, для того, чтобы восстановить баланс, снять там окислительно-восстановительный стресс и все остальное. Очень хорошие были результаты, но так как я много путешествую, делаю wellness-туры, то всегда этот сок, он у нас еще был в таких стиках, мы его брали с собой для того, чтобы в любых экстренных ситуациях мы могли себе помочь, да, там порезали, поранили, ожог какой-то, либо выпили не ту воду, либо устали, либо нет возможности там перекусить, а быстро нужно восполнить силы, или там, не дай бог, разница во времени. Разница во времени, перелеты, да, то есть это очень классно, очень хорошо, всегда это все снимает, восстанавливает, и самое главное, что это включает ресурс организма, да, то есть это не просто добавка, которую мы выпили, она там дала толчок энергии, либо подняла уровень сахара, либо там пробудила мозг, а то, что это включает внутренние резервы нашего организма, да, включают клетку, и клетка начинает работать хорошо. 5 лет назад я его перестала пить по определенным причинам. Вот сейчас у меня есть замечательная возможность, приехав в Америку, опять пить. И я безумно счастлива, что есть возможность сейчас заказать 3 по цене 2, да, то есть это замечательная возможность опять начать пить, вкус замечательный, но самое главное, что это минимум количества, но максимум пользы. Когда-то мы переводили это все количество антиоксидантных веществ, у нас получалась бутылка, это мешок чеснока был, да, то есть по антиоксидантным способностям. Или несколько килограмм там других продуктов. По поводу детей хотела сказать, что у нас в Украине был детский дом, которому мы помогали, и мы в течение года поили их соком, да. И вот то, что заметили доктора, знаете, что, да, в детских домах дети, ну, особенно ослабленное состояние здоровья, то все заметили, что в течение этого года практически никто не болел. То есть были какие-то маленькие там нюансы, но вот практически никто не болел. То есть иммунитет действительно вырос. И я очень люблю добавлять его в смузи утром, да, проснулся, выпил, зарядился на целый день, пробудил в себе энергию и вперед за орденами и радоваться, наслаждаться жизнью. Победа. Так что воспользуйтесь моментом. Спасибо. Это большое. Не реклама, это не реклама. Предложение. Мы делаем общую покупку, заказ, потому что через тебя мы можем сделать бесплатную доставку. Да. Тоже немаловажно. На правах рекламы. Друзья, у меня бесплатная доставка на количество определенных кейсов, поэтому вы можете позвонить, и я вам помогу не только подобрать дозировки, но и сделать бесплатную доставку. Значит, предложение действует до конца пятницы, а результаты наши действуют постоянно. Ну, результаты постоянно. Относительно такого промоушена, такой акции, что два покупаешь, один в подарок, сколько это стоит, я вам просто объясню. Обычно ящик сока с доставкой напрямую от компании стоит $135 за 4 бутылки. Это 3 литра сока, дозировки всем разные, кому-то на 2 месяца, кому-то на 3 месяца, кому-то на месяц. А, допустим, сейчас, покупая два ящика, вы платите всего лишь 240.
за 8 бутылок вы платите, а 12 получаете. То есть реально, если посчитать $240, то это $80 ящик, да, свежего. Свежего, и самое главное, что действительно сок свежий, потому что это продает компания сама, поэтому у нее есть определенные гарантии по поводу количества времени, да, по срокам хранения. И на Амазоне такой промоушен не будет, даже если будет какая-то цена низкая, вы рискуете тем, что это штамповка, подделка, ну, не свежая, и однозначно лучше брать от компании напрямую, тогда твой продукт защищен знаком качества, а компания несет ответственность. Да, и что мне нравится, когда вы покупаете тоже в компании, вы положили в корзину два ящика, я сразу вижу третий ящик в подарок, то есть сразу очень удобно. А может быть, кто-то из вас хочет только две бутылочки и третью в подарок. Окей, просто мы знаем ценность, мы понимаем ценность, и мы заказываем ящиками. Да? Ну, можно скомбинировать, да, и скинуться, как мы сейчас делаем. Да. Ящиками скидываемся. Да. Оптом дешевле. От нас специальный будет промоушен для тех, кто приобретет этот продукт. У нас будет специальное предложение лично от нас, как от специалистов, поэтому присоединяйтесь. Да. Оператору нальем. Оператору... И зрителям тоже. И зрителям наливаем. Пока. Всем пока.